Привет, солнце! Рад, что ты с нами! Рэд, а ну сядь! Беккет, надо откалибровать дисплей. Молодец, хорошо. А нафига вообще им сдалась эта Ариски? Не знаю и знать не хочу. Рэд, мы не обсуждаем приказы, а выполняем. Стокс, рассказывай. Наш объект Женевьева Аристид, президент корпорации Армахим Технологи. По разведданным, она прячется в пентхаусе. Задача – блокировать здание и взять ее под стражу. Рэд, Беккет, доложите обстановку. Все тихо, шеф. Хорошо, мы идем внутрь. Ты только глянь, а? Черт, супер твою мать люкс! Откроешь или как? В туалете. Стреляли в затылок, в упор. И в холле стреляли. Один точно убит. Судя по крови, есть второй. Давайте быстрее! Пентхаус Аристид ведет отдельный лифт. Но он сейчас заблокирован. Подождите минуту, я разблокирую. А если хотите, идите по лестнице. Нахер, нахер.
кто-то тут кровью зашел. Может, в аорту попали? В аорту? И какая это, подключичная или сонная? Друг, шутки над чужим невежеством – признак неуверенности в себе. Надо скорее найти Аристид. Согласен. Бокс, охрани холл. Ред, на лестницу. Остальные за мной. По лестнице? Шеф, ты чего, не в себе? Там же 1000 этажей. Меня не колышет. Черт. Опять. Киган, что там? Черт! Сукин сын! Он теряет кровь! Черт! Я им займусь! Сток, Спекер, идите вперед! Шеф, броня остановила большинство пуль, но одна прошла насквозь. Хреново. Плохо, но жить будет. Эй, Гиган, ты как там? Кажется, они задели аорту. Чувак, ты упарил. Какой вид, а? Ну, Бекет, нас теперь двое. Будь начеку, я в тебя верю. Народ, смотрите, в кого целитесь. В Аристид не стрелять. Напоминаю, она нужна нам живой. Противник. Иначе премиальных не будет. Приготовиться. Расходы. Нужно подкрепление. Третья группа, отрываться. Что у нас? Не всем, похоже, у нас проблема. А я проблемы не буду. Где этот чертов вертушка? Пусть мы устраиваем. Вроде чисто. Молодец, Бек. Иди здесь, я найду другой вход. Ред, ты где там? Все еще поднимаюсь. Жалкое зрелище, иначе не скажешь. Отсоси. Это Женевьева Аристид. Вы слышите меня? Скорее! Они штурмуют здание. Похоже, это люди полковника Венека. Эта кровожадная тварь подчищает дерьмо за советом директоров. Если меня найдут, мне конец.
Шеф, я поднялся наверх. Все чисто. Ну, наконец-то. Попробуй найти Стокс и Беккета. Так точно. Уже поднимаюсь. Сопротивления почти нет. У меня тоже. Видно, они навалились на Брекета.
провела здесь 12 лет в темноте. Я вижу вас с помощью охранной системы. Осторожней, их много. Направляйтесь в спальню. Там есть потайная дверь. Черт, кто-то глушит сигнал. Думаешь, кто-нибудь поверит, что совет директоров не знал про эти гребаные проекты Арестит? Карла, надо остановиться. Она слишком опасна. Ты хочешь, чтобы я замуровал свою дочь? Ты знал, что будет так? Мы оба знали. Сержант Беккет, где остальная команда? У нас мало времени.
Вы и ваша группа – наш единственный шанс остановить Альму. Боже, это она. Упрямый сукин сын, похоже, свел нас всех в могилу. Сержант Беккер, что-то не так? В чем дело? Стала женщиной и даже не осознает этого. Забирайте его. У нас мало времени. Зрачки еще расширяются. Он реагирует на лекарства. Проверьте дозировку. Этого быть не должно. А если не поможет? Доктор Йорк, в чем дело? Минутку. Готовьте дефибриллятор. Возможно, фибрилляция. Заряд на 200. Нет, на 300. Доктор Йорк! Но мы движемся слишком быстро. Нам надо... Мне нужен результат. Готовьтесь вести мой. 4 дня. Да, слышите, доктор. Вот это тяжело. Сначала его надо стабилизировать. Нет времени. Он нестабилен. Продолжать операцию будет ошибкой. Вы рискуете. Доктор Йорк, у нас есть выбор. Продолжайте. Хорошо. Заряд на месте. Ты почувствуешь легкий укол. Вот так. Thank you.
Сержант Беккет, слава богу, вы живы. У вас, наверное, море вопросов. Я все объясню позже. Сейчас вам надо добраться до лаборатории КТП. Торопитесь и будьте начеку. Люди в этом штурмуют здание. Не думал, что он пойдет на такое, чтобы уничтожить улики. Осторожнее, сержант Беккет. Вы сейчас попадете в засаду. Это закрытый канал. Назовите себя. Думаю, он следит за нами через камеры охраны. Этого мусора сжечь. До конца. Каждую папку, каждый диск, каждый винчестер. Они не хотят рисковать. Слушать нашу беседу и рисковать не намерен. А вам надо убираться оттуда. Something devastating has happened, and we're working hard to provide you with the information we have. At this point, we cannot go any further.